очень рад вас всех здесь видеть, очень много людей, все радостные, надеюсь, все готовы выигрывать и приобретать самую лучшую технику в мире, на мой взгляд. Которую прямо сейчас торжественно мы привезаем. Отлично, друзья! Посетители одного из торговых центров Читы стали участниками грандиозного розыгрыша различных аксессуаров для гаджетов, а также главного приза смартфона. Первый победитель определился среди самых активных подписчиков ВКонтакте. Итак, давайте вы докажете, что действительно это вы, Анна Столярова. Да что, руки что, трясутся, вы не переживайте. Все хорошо, все классно. Вы наоборот выиграли, а не проиграли, не переживайте. А что, вы ночуете на этой странице, скажите? Прямо здесь сейчас пишите все это. Я рада, конечно. Очень и подарку рада. Спасибо огромное. Анна Столярова рассказала нам о том, что уже знакома с техникой этой марки. Год назад ей подарили телефон, которым девушка очень довольна. Но многие впервые услышали об этой компании. Впервые и решили познакомиться с продукцией поближе. Мы узнали вот с супругой в Инстаграме об открытии вот этого магазина нового в Чите. Решили прийти всей семьей. Мы пришли конкретно с целью приобрести телефон. Как бы посоветовали, что он не хуже всех брендов и как бы в ценовой политике вполне, ну, подешевле. Помимо привычных смартфонов, планшетов и ноутбуков, здесь можно купить зубные щетки, фитнес-браслеты, специальные беговые кроссовки и еще много других необычных товаров. Желаем, чтобы оценили нашу технику, желаем, чтобы приходили как можно чаще к нам, так как наши цены самые демократичные на данный момент, и по отношению цена-качество и характеристики являются лучшими на рынке на сегодня. Купить брендовую технику известной китайской марки Xiaomi вы можете в торговом центре Maxi. Наталья Протаковская, Максим Лобачев, ЗапТВ.